Как сделать так, чтобы про твою идею узнал весь мир? И следующее, это параметр, который называется NPS. NPS, Net Promotion Score. Что это за параметр? Можете себе его записать. Что это значит? Сегодня все мировые компании, которые являются лидерами в своих областях, они все ориентируют свои маркетинговые отделы на этот параметр. Что он значит? Этот параметр отображает лояльность потребителей к продукту. И самый главный вопрос, которым отображается суть любой деятельности, заключается в одном, можете себе его записать. Порекомендовали ли бы вы наш продукт своим друзьям и знакомым? На этом построены целые отделы, на этом построена стратегия компании на развитие. Вы понимаете, в какую сторону я сейчас клоню? Кто понимает, друзья? Сегодня компания Coral Club и наша с вами индустрия, как сказал Александр Подборин, уже практически век, выбрала для себя модель продвижения от человека к человеку. По какой причине? И сегодня это начали понимать громадные компании. Что начали понимать? Что нужно использовать максимально человеческий потенциал. Это когда люди рассказывают об этом дальше. И в этом есть вся сила и вся мощь MLM-индустрии. Я хочу вам рассказать одну историю. Историю женщины, с которой я познакомился в Испании. Когда я приехал к ней, меня очень она поразила, эта история. В чем ее уникальность? Ее зовут Инга Чигирова. Пришел такой момент в ее жизни, что врачи ей сказали, что осталось жить несколько лет, если не сделать операцию по трансплантации сердца. Как вы понимаете, это серьезная операция. И на протяжении многих лет она жила в страхе, что будет дальше. У нее на протяжении 17 лет был бизнес свой. Парикмахерская, там где-то 17 человек работало в одной стране, и потом чуть позже в Испании. И у нее было чувство страха. Она понимала, что она не сможет всю жизнь этим заниматься. Придет момент, когда ей нужна будет свобода, а она в том бизнесе ее не имеет. Она понимала то, что после операции она не сможет много работать, ей нужна будет свобода. И она поехала на тренинг Энтони Робинсону. Заплатила личный тренинг, личный коучинг, закрытая группа, 100 человек, потом личное общение. Около 10 тысяч евро на это все понадобилось. Она практически последние деньги туда потратила. Приезжая туда, проходя тренинг и потом несколько часов личного общения. Он разбирает ее бизнес, он разбирает, какие у нее перспективы, что она умеет, что она знает. Он настраивает ее. И дальше один момент. Он говорит: «Инга, я не вижу твоего будущего в том бизнесе, в котором ты сейчас работаешь. Тебе десятилетия надо, чтобы здесь выйти на тот уровень дохода, который ты хочешь, и при этом свободу, которую ты никогда не будешь иметь». И здесь он говорит ключевую фразу. Он говорит следующее. «Что бы сделал я на твоем месте? Я бы нашел MLM-компанию». Это слова Энтони Робинсона. Я вам рассказываю диалог напрямую, когда общался с ним мой партнер. Он говорит: «Это для тебя единственный шанс. Единственный, где ты можешь, не вкладывая больших денег, у тебя их нету, где ты можешь за несколько лет, параллельно со своим бизнесом и работой, создать бизнес, который будет работать дальше без твоего участия. Бизнес, который тебе будет приносить удовольствие и радость, а это будет очень важно для тебя». И он дал ей 12 критериев, по которым нужно выбирать компанию. И Инга сегодня в коралловом клубе. И для того, чтобы понять более глубоко и масштабно эту тему, важно понимать, что компания Coral Club, она относится к большой индустрии. Она является частью индустрии, это очень важно понимать. Частью индустрии MLM. И я специально взял самые свежие данные и статистику по тому, чем мы с вами занимаемся, мировую. Это ассоциация DSA, Direct Selling Association. Это организация, которая регулирует абсолютно все процессы, связанные с нашей индустрией. И есть отчеты, которые они публикуют каждый год. Вы можете зайти на их сайт и это посмотреть. И первый слайд, я прокомментирую его. Это товарообороты нашей с вами индустрии. Как вы видите, 2017 год — это самая последняя цифра. 2013 год — 156 миллиардов долларов годового товарооборота делают компании в нашей индустрии. В 2017 году — 189,6 миллиарда. За последние 4 года прирост плюс 20%. Это когда вам будут говорить, что это уже не работает, это уже не развивается. У вас будет железобетонный аргумент, то, что действительно эта индустрия имеет огромное будущее. Идем с вами дальше. Это следующие аргументы. Кто
же создает этот товарооборот? В 2013 году было 97 миллионов человек, которые выбрали MLM-индустрию для себя как основу, как будущее, поверили в это и здесь строят свою карьеру. И в 2016 году это 107 миллионов, и, друзья мои, внимание, в 2017 году плюс 10 миллионов человек за один год. Я очень сильно хочу, чтобы вас эти цифры вдохновляли. О чем это говорит? Это говорит о общей тенденции. То, что мы с вами сейчас не идем против течения. Это говорит о том, что мы только что с вами обсуждали и проговаривали. Что колоссальное количество людей сегодня находятся в поисках. Они ищут возможности, они ищут варианты. Причем в своем бизнесе я наблюдал три волны. Первые так приходили люди со средним достатком, они приходили к нам, они развивались. Дальше пошла волна молодежи. Ребята, которым до 30 лет. А есть в зале у нас сегодня молодежь, кому до 30 лет? Поднимите руки. До 30 лет. Ребята, аплодисменты вам. Это очень здорово. Вы знаете, то, что компания Coral Club, она молодеет. И именно вы добавляете энергии, вот этого драйва, который очень сильно необходим и нужен. И сколько сегодня молодежи к нам приходит. И сегодня к нам приходят бизнесмены, которые могут анализировать, которые понимают то, о чем мы сейчас с вами говорим. И я уверен, что ближайшие 5-10 лет нас с вами ожидает взрывной рост, не знаю, совсем ли правильное слово, стремительный рост, давайте так, колоссальный рост нашей индустрии в целом. И последние цифры, которые я хочу показать вам, это индустрии, это цифры, которые покажут нам с вами востребованность того, чем мы с вами занимаемся. Представьте себе, что весь товарооборот, который создает наша индустрия, он разделен на сегменты. Здесь есть средства по уходу за домом, аксессуары и так далее, и так далее. Так вот представьте, еще несколько лет назад лидирующие позиции занимала косметика. То есть декоративная косметика и средства по уходу за телом. На протяжении последних нескольких лет индустрия wellness обогнала индустрию косметики. Индустрия здоровья, красоты, долголетия. Люди начали понимать, что в первую очередь красота рождается внутри. И как мы с вами понимаем, компания Coral Club является таким примером и компания, которая собрала в себе все самое-самое лучшее. И мы с вами находимся в индустрии, которая ожидает огромное будущее. Я последнее, что я хочу сказать. Я понимаю, что MLM очень большой. Я очень горжусь своей причастностью к этой индустрии. Но я знаю одно, что компания Coral Club имеет сегодня лучшее предложение на рынке MLM. И я нас с вами с этим поздравляю. Я желаю нам с вами, чтобы мы на 100% использовали тот потенциал, который у нас с вами есть. Потенциал, который заложен в компании, с теми перспективами и с теми возможностями. И самое главное, я желаю нам с вами наполненной яркой жизни, потому что MLM это не просто бизнес, это не просто работа и не просто цифры. MLM это жизнь, где мы с вами живем. У нас здесь близкие, друзья, здесь все наши самые радостные и счастливые моменты. Я желаю, чтобы их было как можно больше в нашей жизни. Спасибо!